У пожарных много работы. С начала года в регионе зафиксирован резкий скачок статистики. В феврале 60 возгораний, 3 погибших. За 2 недели марта уже 9 человек стали жертвами огненной стихии. В большинстве случаев ЧП происходит в домах граждан, в тех, где обогреваются печным отоплением. Специалисты главного управления МЧС еще раз напоминают, что к эксплуатации данного оборудования нужен особый подход. Нельзя оставлять без присмотра печи и камины, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям. Согласно нормативным документам в области пожарной безопасности, печь должна находиться на расстоянии менее 50 см от сгораемых предметов и конструкции. Толщина кирпичной кладки в месте пересечения трубой деревянной конструкции должна быть также не менее 50 см. Необходимо размещать притопочные листы рядом с печью, которые должны быть установлены на полу и иметь размеры не менее 50 на 70 см.